Впереди выходные, самое время сделать запасы на зиму тем, кто еще не успел. Овощи и фрукты можно приобрести на традиционных ярмарках «Осень-2012». 27 октября торговля разместится на 8 площадках. Перед цирком, на улице Станционной, около Переходного моста, на площади Рокоссовского, на улице Менделеева, рядом с кинотеатром «Родина», на территории сельхозрынков, около университета, на северо-западе и на торговой площади в микрорайоне КЗТЗ. Сельхозпроизводители обещали привезти больше капусты, моркови, яблок, зерна, мяса и рыбы. И несколько снизить цены. Заявленная стоимость картофеля 6-7 рублей за килограмм, лука 8-9 рублей. А в Железногорске все выходные будет работать ярмарка распродажи продукции России, Украины и Республики Беларусь. Около гипермаркета по улице Ленина, 57.